Сегодня приготовим свиную колбаску. За основу возьмем рецепт классической украинской жареной. Разница будет только в том, что в классической украинской все мясное сырье нарезается кусочками. Здесь же мы подготовили вот такие вот пласты. Это тоже сейчас перережем. И все пропускаем на вот такой вот решеточке. Таким образом колбаса будет очень быстро делаться. И должна быть структура у нее довольно-таки крупненькая. Фарш будет очень крупный. Давайте пропускать через мясорубку. Мясное сырье все перемолото. Вот сами посмотрите, какая фракция у фарша получается. Довольно крупные такие кусочки. Вот из этого будет состоять колбаса. Сейчас берем соль, специи, высыпаем и хорошо вымешиваем. Здесь будем использовать только поваренную соль. Фарш замешали. Так вот он выглядит. Вот. Для набивки будем использовать говяжью кишку натуральную. Она по диаметру чуть больше свиной и попрочнее. Начинаем набивать. Вот такая вот колбаса у нас вышла. Связали ее. Вот, явно заметно диаметр больше, чем у свиной. Вот, сейчас мы эту колбасу будем бланшировать. Берем кастрюлю, кипятим воду, выключаем газ, опускаем туда колбасу и ждем 5 минут. Вода закипела, газ выключили, ждем 5 минут. Колбасу из кипятка достали, положили в духовочку, но перед этим мы ее поштриховали. Взяли иголку и так вот по поверхности проткнули оболочку где-то раз 15 в разных местах. Потому как жир у нас перекрученный и будет хорошо плавиться. Значит, будет создаваться излишнее давление внутри, пусть жир стекает. Так, теперь, так как у нас жир перекрученный, а не кусочками, будем жарить его в щадящем режиме. И жарка будет у нас при 150 градусах. Включаем, значит, 150 градусов. Обогрев, конвекция не нужна. Дверь духовки закрыта. И начинаем жарку. Вот такая колбаса получилась. Жарили 1 час 50 минут. Но контролировать по времени не особо надо. Нужно смотреть за состоянием колбасы. Через час уже надо поглядывать за ней. Так, сейчас будем нарезать. Свиная колбаска домашняя по мотивам украинской жареной готова. Корочка зажаристая очень хорошо зажарилась. Сочность за счет сала приличная. Вот смотрим, корочка прожарилась очень хорошо. У меня работает 2 тена, один сверху, один снизу, поэтому прожарится колбаса с двух сторон сразу. Вот, отличная колбаса получилась.